Давай, Габриэла, завтра! На работу, быстрее! Мы не в хат! Что такое, док? Мы вас смущаем? Милая, как экзамен? Нормально, пап! Свободен! Йом, поехали! Объясню. В Мехико всего 100 госскорых на 10 миллионов жителей. Вот тут мы и нужны. Нет. Остаешься здесь. Что мне делать? Уроки делай. В моей семье все медики. Я в скорой сколько себя помню. Сколько еще работать бесплатно? Хватит. Да? Когда, Дюк? Поздно, Рамон. Надоело. Эй, уважай босса. Работу. Молодец, малыш. Правила медвуза ясны. Студентам нельзя практиковать. У тебя большой потенциал. Пора решать. Не выгорай, работая ночью и учась днем. Ты себя измотаешь? Или кого-то подвергнешь опасности? Спасибо. За что? За то, что я не один. У вас больное сердце. С тех пор, как жена ушла. Полно боли. О вашем сердце? Обещай не говорить родным. Я родился за рулем этой машины. Боюсь, что никогда не слезу. Нас не спрашивали, хотим ли мы. Мы в одной лодке. Землетрясение. Выброс адреналина. Это не для всех.